каждым днем мечеть все больше приобретает первозданный вид. Теперь над городом возвышается минарет высотой 33 метра. Его установили под патронатом Духовного управления мусульман Крыма и с помощью местных жителей. Отсюда, как и много лет назад, каждый день муэдзин созывает мусульман на молитву. Работа здесь ведется каждый день. Сейчас строители восстанавливают фасад здания, укрепляют фундамент, чтобы основание сооружения не подвергалось эрозии, и благоустраивают территорию. Кроме этого, планируют провести реставрацию внутри мечети и установить ограждение. Если вы зайдете внутрь, то увидите, что есть деревянная перегородка, которая делит мечеть на два этажа. Она является не родной, и мы хотим, конечно, силами нашего джемаата и теми мусульманами, которые окажут нам, конечно, поддержку, я верю в то, что есть такие неравнодушные мусульмане, хотим восстановить именно исторический облик нашей мечети. Здание сильно пострадало еще во время Второй мировой войны. Долгие годы мечеть была закрыта. Потом здесь открыли библиотеку. Ремонты и перестройки разрушили оригинальность старинного культового сооружения. До наших дней сохранились лишь элементы оформления фасада и окон. Местные жители пытаются не только восстановить прежний облик мечети, но и официально оформить правоустанавливающие документы и передать здание на баланс муфтията Крыма. Что от нас зависит, все силы наши, пока ремонты делаем. Ремонты делаем, а те, которые сидят в исполкоме, они занимаются документами этой мечети, чтобы побыстрее это сделать. Несмотря на ремонт, все больше мусульман не только из Керчи, но и с материка приезжают совершать намаз. Нари Мусиинов каждую пятницу приезжает в город из поселка Джаныкой, чтобы помолиться. Ведь в массиве компактного проживания крымских татар нет своей мечети. Только выделили землю под строительство. Сюда приезжать нам далеко. 15 километров проходим. Сейчас и денег нет. Мы ищем спонсора. Если найдем спонсора, начнем строить мечеть в поселке. Соборная мечеть является объектом культурного наследия. Хранители мусульманских традиций уверены, совсем скоро она обретет свой прежний облик и то былое величие и станет главной достопримечательностью Керчи. Султанис Такаева, Магомед Несторов, телеканал «Миллет».